Эстафету поздравлений я передаю энергетикам нашего города. Акционерное общество «Татэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Республики Татарстан. Миссия нашей компании – сделать энергоснабжение наших клиентов надежным и комфортным. Наш филиал «Камское отделение» обслуживает 5 муниципальных районов. В городе Нижнекамске и Нижнекамском районе на обслуживании находится более 1600 юридических лиц. Клиентоориентированность – главный принцип нашей работы. Начинается он с современного удобного офиса клиентского обслуживания. Здесь все устроено так, чтобы клиенту было комфортно. Электронная очередь, достаточное количество кресел для ожидания клиентов, витрины с сопутствующими электротоварами и, конечно, компетентный вежливый персонал. В Нижнекамском офисе клиентского обслуживания на прямых расчетах находится порядка 14 тысяч домохозяйств. От имени коллектива филиала акционерного общества «Татэнергосбыт» поздравляю всех горожан с полувековым юбилеем города. Желаем, чтобы наш любимый город развивался, процветал, рос и молодел. Желаем жителям города, чтобы дворы наши были ухоженные, чтобы дома были красивые, квартиры были уютные. И чтобы наши дети росли здоровыми, учились в современных школах, а пожилые не чувствовали себя забытыми. И чтобы каждый из нас мог гордиться своим городом. «Татэнергосбыт», город Нижнекамск, поздравить спешит. Мы гарантируем поставку света в каждый дом. Наш город ночью освещен, как днем. Все предприятия работают на славу. Простоев нет, мы это подтверждаем. Любимый город, мы тобой гордимся. Здесь учимся, работаем, живем. Еще теснее все объединимся и юбилей на славу проведем. Наш город – химия столица. Наш город – дружная семья. Мечтай, дерзай, все в жизни воплотится. Наш город – это мы и ты и я. Поздравляем! Ура! Эстафету поздравлений мы передаем Единому расчетному центру города Нижнекамска.